Продолжается приключение в Мадриде. В общем, приходите к Насте, увидите эти фотки тоже. Так что это за площадь, Настя? Plaza de... Там, где снимался La Casa de Papel. Когда у тебя супруга блогер? Ничего ты! Жалуюсь людям, что невозможно с тобой поговорить. Снова жалуешься? Да. Рыночек, да? Самый красивый рынок, который я видел в своей жизни. Боже, как вы задумались. Колбаски. Куррико, э? Что, тебе дёрну? Это же вот похоже на нашу еду чем-то, да? Да. Аналоги чего? Вот эта кровяночка? Ну, это такая кровяночка с рисом, она мне просто не понравилась, честно. Потому что все-таки кровянка с гречкой вкуснее. Вау.